Этой фотографии 130 лет. Впрочем, не фотографии. Тогда такие снимки называли дагеротипами. Извлекли мы этот дагеротип из особо секретных дел третьего отделения собственно его императорского величества канцелярии. Того самого третьего отделения, которое искореняло свободомыслие в России. Он и Д'Авиньон путешествовал по Сибири и снимал там дагеротипные портреты государственных преступников. В 1845 года, декабря 31 дня, я, ниже подписавшийся, дал сию подписку в том, что не имею у себя ни одного портрета, снятого мною в Сибири с некоторых государственных преступников. Если когда буду путешествовать, то обязуюсь под строгую по законам ответственностью не снимать портретов упомянутых преступников. Уволенный от службы инженер-поручик Д'Авиньон. Кто же эти старики и дети, попавшие в общий алфавит злейших врагов правительства и вызвавшие особый страх Николая и Бенкендорфа? Михаил Бестужев, Сергей Трубецкой, Федор Глинка с женой, Назимов, Пущин, Иван Пущин, друг Пушкина, Оболенский, снятый через 20 лет после восстания 14 декабря 25 года на Сенатской площади. Теперь эта площадь носит их имя. Вы попадете, на вас наводим. Внимание! Все, тихо! На край, на край. Вот, вот так, вот так. Так, внимание! Приготовились. Так, фотографирую. Отлично! Площадь декабристов 150 лет спустя. Как эта площадь называлась раньше? Раньше? Сенатская. А почему она называлась Сенатская площадь? Почему Сенатская? А потому что за моей спиной Адмиралтейство, да? И где-то здесь был Сенат. Так, а что вы знаете о декабристах? Ну, тоже, что и все, со школьной скамьи. Это историческая площадь, здесь было восстание декабристов. В каком году? 1825. А что хотели декабристы? Поднимая восстание. Ну, это очень сложно сказать. Главные часы Ленинграда. Часы Петропавловской крепости. По этим часам сверял свой век Петербург. Под этими часами прошла жизнь Пушкина, Гоголя, Достоевского. Эти часы отметили величие и гибель декабристов. Отныне времена разделились. До 14 декабря и после. Поле пыльное.
Лев Толстой, задумав роман о декабристах, увидел по-своему время, оставшееся за гранью 14 декабря. В те времена, когда не было еще ни железных дорог, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, нелиберальных философов-женщин. На балах в канделябрах вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого конца комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки. Наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков. Когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, в наивные времена масонских лож, мартинистов, Тугенбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных. В Ленинграде сейчас живет более 4 миллионов 300 тысяч человек. 150 лет назад жителей Петербурга, столицы Российской империи, было в 10 раз меньше – 438 тысяч. И десятую их часть составляли дворяне. Дворян в Петербурге было столько же, сколько солдат, свыше 40 тысяч. Раскроем адресную книгу Петербурга 1825 года. Братья Бестужевы, Михаил, 25 лет, штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка. Александр, 28 лет, штабс-капитан лейб-гвардии. Николай, 34 лет. В нем созвездие талантов. Моряк, историк русского флота, живописец. Александр Бенкендорф, 42 лет. Отмечен наградами за войны с французами и турками. Еще не шеф жандармов. Известная фамилия Волконских. Князь Сергей, 37 лет, генерал-майор, герой 12-го года, сейчас на юге, командует бригадой. Памятники. Пока в Петербурге их только три. Петру Первому, Румянцеву и Суворову. Михаил Лунин, 38 лет, герой 12-го года, подполковник, сейчас в Варшаве, адъютант великого князя Константина. Адреса повивальных бабок. Население Петербурга быстро растет. А вот генерал-губернатор столицы, граф Михаил Милорадович. 54 года, соратник Суворова, геройски воевал с турками и французами. День 14 декабря станет для него последним днем жизни. Муравьевы. Никита Муравьев. 14 лет бежал в армию, не получив разрешения матери. В 15 лет уже прапорщик,
герой войны с Наполеоном. Ныне ему 29, капитан гвардии. Сергей Муравьев-Апостол, тоже 29 лет, подполковник, служит на юге, родился в Петербурге у Литейного моста, на другом берегу Невы, место его будущей казни. Павла Пестоля тоже нет в Петербурге. На этом портрете, рисованном матерью, он моложе. Герой войны, получивший золотую шпагу за храбрость. Теперь ему 32. Он полковник. Дворцы царствующих фамилий Романовых. Великий князь Николай Павлович, 29 лет. Но наследник престола не он, а Константин. Кондратий Рылеев, 30 лет, ушел с военной службы, ныне правитель канцелярии российско-американской компании, поэт. Князь Сергей Трубецкой, 35 лет, гвардии полковник, человек отчаянной храбрости, за кампанию 12-го года награжден многими орденами. Александр Чернышов, 39 лет, еще не член Следственной комиссии по делам декабристов. Потомки знатнейших княжеских и дворянских родов, в адресной книге они все еще вместе, рядом. Наступит день, который навечно разведет их. Одни станут мучениками и героями, другие – палачами. Их разведет день 14 декабря, и это площадь. Петербургские революции совершались на площадях. Тогда, 150 лет назад, еще не было Александрийского столпа на Дворцовой площади, памятник Александру Первому. И, конечно, не было этого памятника, Николаю. Николай еще не знал, суждено ли ему царствовать. Но в ноябре 25 года пришло известие из Таганрога о кончине императора Александра. И присягнули в верности и подданстве Константину. А Константин отрекся от престола. Наступило междуцарствие. Те, кого история назовет декабристами, решили действовать. Николаю не присягать. И стараться роты свои, а если можно и полки, привести на Сенатскую площадь. Случай удобен. Если мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов. Рукою Трубецкого был переписан манифест к русскому народу. Уничтожение бывшего правления, уничтожение права собственности, распространяющееся на людей, равенство всех сословий перед законом, уничтожение цензуры, уничтожение рекрутства. В понедельник, 14 декабря 1825 года, солнце взошло в 9 часов 1 минуту. Николай ждал. Из доносов он знал о заговоре многое, но он все еще надеялся, что заговорщики не выступят. На завтра правительственные газеты сообщат. Вчерашний день будет, без сомнения, эпохою в истории России. Вон и жители столицы узнали с чувством радости и надежды, что государь-император Николай Павлович –
воспринимает венец своих предков. Провидению было угодно сей столь вожделенный день ознаменовать для нас и печальным происшествием, которое внезапно, но лишь на несколько часов, возмутило спокойствие в некоторых частях города. Две возмутившиеся роты московского полка не смирились. Ими начальствовали 7 или 8 обер-офицеров, коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фрак. Там, среди восставших, Бестужевы, Рылеев, Иван Пущин, Каховский, Оболенский, Адоевский. Каховский смертельно ранил Милорадовича. В середине дня к восставшим московцам присоединились гвардейский морской экипаж и лейб-гренадеры. Теперь у восставших было 2000, но у Николая 12 000 пехоты и кавалерии, окруживших площадь. Но государь-император еще щадил безумцев, и лишь при наступлении ночи наконец решился употребить силу. Вывезены пушки, и немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь. Виновнейшие из офицеров пойманы и отведены в крепость. Рылеев простился с друзьями. Не наша вина, что мы не сумели добыть свободу России. Мы сделали, что могли. В каменных гробах Равелинов уже заключены и те, кто был 14 декабря на Сенатской, и те, кто на ней не был. Бестужевы, Рылеев, Волконский, Судгов, Щепин-Ростовский, Трубецкой, Якубович. Уже везут пестоля. Узники прибывают и прибывают. Больше 2 шагов в длину, 2 шагов в ширину сделать невозможно. Внутренность казематов до наших дней сохранилась довольно плохо. В большинстве казематов стены были темные, кирпично-красные. Не было деревянного настила на полу, просто утрамбованная земля. Окно обязательно замазывалось темной краской снаружи, за железной решеткой. Но дверь, как говорится, за 7 замками. Существовало маленькое окошко для подачи пищи, но оно, конечно, тоже закрывалось с наружной стороны. Очутившись в таком каземате, человек чувствовал себя как в каменном мешке. Тем более не стоит забывать, что большинство узников этих казематов декабристов были представители высшего слоя петербургского общества, привыкших к совсем иным условиям жизни. Это уже не адресная книга. Здесь они уже преступники, перенумерованы, занесены в реестры, снабжены сопроводительными записками царя, пославшего их в казематы. 156 личных записок царя. Тома следственных дел.
Представьте, сколько рук прикасалось к ним. И всякое прикосновение не могло пройти бесследно для тех, кто хотел лучше узнать свободный образ мыслей и благородное достоинство этих людей. Дела декабристов вдохновили на мысли о книгах Льва Толстого, Юрия Тынянова, писателей и поэтов наших дней. Знаете, это фигуры сложные. О них нельзя говорить однозначно, как принято иногда в наших хрестоматиях. Они, конечно, были людьми прекрасными, благородными и, что самое главное, бескорыстными. И они страдали от несовершенств своей родины и плакали. И их деятельность и была выражением этого страдания, этого крика. Но они, в общем, не были профессионалами, профессиональными революционерами. Может быть, в этом причина их неудачи, потому что дилетантизм хорош только в любви, а в остальном нужно профессиональное отношение к делу. Но вот их бескорыстие, это, пожалуй, самое главное для меня, самая дорогая черта, потому что люди богатые, обладающие всем, в том числе и свободой, они страдают за свою родину, принесли себя в жертву. И принесли себя в жертву с очень большим достоинством. Да, сегодня нам ведомы их ошибки и слабости. Мы помним, в чем была их ограниченность и непоследовательность. Мы знаем, кто ушел из жизни успокоенным, а кто не смирился до конца дней своих. И все же судьба их достойно восхищения, сострадания и памяти потомков. Июля 1826 года утро будет пасмурно, в полдень молния и гром, потом сияние солнца. Санкт-Петербург, вторник, 13 июля 1826 года. 2 часа ночи, светает. Войскам быть 3 часа. Сначала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом против знамени. Конвойным оставаться за ними, считая по 2 конвойных на 1. Когда все будут на месте, так командовать на караул и пробить 1 колено похода. Потом господину генералу, командующему эскадроном артиллерии, прочесть приговор, после чего пробить 2 колено похода и командовать на плечо. Тогда профосом, исполнителем, сорвать мундир, кресты, переломить шпаги, что потом и бросить приготовленное. Читается циничный документ, написанный самим Николаем, когда и как вешать декабристов. Тогда ударит тот же бой, как для гонения сквозь строй. Докуда все это кончится, после чего зайти по отделениям направо и пройти мимо и распустить по домам. Вот документ Николая. Статистика казней, которая упоминается в полном собрании сочинения Пушкина, ясно показывает, петля и виселица на первом месте. На первом месте и пушкинский текст, знаменитый рисунок 5 повешенных, это не просто факт, впечатлявший определенное настроение, определенные мысли Пушкина. Он находится в связи с огромным числом подобных же замечаний, записи Пушкина. Ну, вообще важнейшая фигура российского фольклора. Вот удаля. Какой богатый выбор слов. Виселица, шибеница, глаголь, костыль. Примеры каковы? А Пушкин
по-своему ценил, да разобрал это самое висельное остроумие. Петля смерть позорна, вот пушкинская, я бы мог, как шут. Пушкин начал комментировать собственный рисунок, одна виселица с пятью повешенными. Кругом пустыня, дичь и голь, а в стороне торчит глаголь, а на глаголе там два тела. Пока что присужденным осталось жить недолго. Если бы можно было придумать такой род искусства, это воспроизводил бы не только краски, не только веселый марш Павловского полка, но и запах этого тлеющих мундиров, который будет много часов сопровождать, то это была бы вот картина, затрагивающая все чувства человеческие почти. Осужденных в больничных халатах ведут в тюрьму около 4 часов утра, пока все по расписанию. Пятерых велено повесить 4, снять 6 и туда же уничтожить виселицу. Подалась команда, и их ведут. Договор, потом первое повешение, трое сорвались, вторая казнь, помост немедленно поправили и возвели на его упавших. Рылеев, несмотря на падение, шел твердо. Сергей Муравьев апостол так же, как Рылеев, бодро сходил на помост. Бестужев Рюмин, вероятно, потерпевший более сильные ушибы, не мог держаться на ногах, и его взнесли. По другой версии, Бестужева Рюмина уже нет. Его возвели под руки, опять затянули на шее веревки. Прошло несколько секунд, и барабанный бой известил, что человеческое правосудие исполнилось. Было 6 часов, повешенных сняли. Стража окружала виселицу. Прошло еще 30 минут, мертвецов сняли и отнесли в крепость. Доктора свидетельствовали, трупы положили в большую телегу, покрыв чистым холстом. Но похоронить не повезли, его было уже совершенно светло, и народу собралось тьма тьмущая. Санкт-Петербургские ведомости за июль 26 года. Ну что ж, в газетах обыкновенные новости. Готовящаяся коронация Николая I. Траур по Александру I имеет кончиться 19 ноября 26 года. Военное известие, жизнь идет. Из лавки кондитера господина Лоредо пропала небольшая белая сучка, шпиц по кличке Мизинка, у кое один глаз меньше другого, и вокруг обоих глаз кольцеобразные кофейные пятна. За доставку 25 рублей. Итак, преступники восприяли достойную их казнь, отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся. А декабристы навечно остались с нами.